Стоимость строительства прямой дороги в Одесский порт выросла вдвое и составит уже 3 миллиарда 300 миллионов гривен. Смета была пересчитана под дежурным предлогом необходимости устранения ошибок, обнаруженных в проектной документации. Все эти деньги компания, которую связывают с Геннадием Трухановым и его бизнес-партнерами, а речь идет о Росздорстрое, должна пустить на радиус закругления эстакады, переходно-скоростные полосы, коррекцию профиля земляного полотна в соответствии с уровнем подземных вод. Отметим, новая дорога должна пройти через поля орошения и соединить объездную дорогу с портовой эстакадой в обход частной компании «Евротерминал». Протяженность новой дороги составит около 5,5 километров, из которых 565 метров приходится на эстакаду. Большая ее часть будет двухполосной, шириной дорожного полотна 8 метров. Покрытие будет монолитным, цементобетонным. Завершение работ запланировано на конец 2022 года.